«Маленькое коктейльное платье должно быть у каждой женщины», — говорила Коко Шанель. С тех пор у нас и появилось выражение «must have». Что такое «must have» для профи? Разбираемся. Конечно, когда вы купите, у вас будет основной нож, 4 вставки и плододержатель в комплекте. Но я очень рекомендую вам докупить отдельно вот этот мультибокс. Посмотрите, все ножи в него собираются, и овощерезка стоит на столе, всегда готовая к работе. В штатную комплектацию входит вставка, где расстояние между ножами 7 мм и 3,5 мм. Вы можете увеличить мощность своей овощерезки на 50%, если докупите вот такой бокс и две вставки к нему. Здесь расстояние между ножами 10 мм и 1,6 мм. Одна вставка больше, чем штатная, а вторая вставка мельче, чем штатная. Вы сможете сюда упаковать все запасные вставки и штатные вставки тоже. Посмотрите, уже 6 вставок. Чтобы еда не разлеталась по столу, сок не растекался, а овощерезка не скользила, вам понадобится вот такой судочек. Посмотрите, ручки терки крепятся в эту прорезь. И после этого, когда вы будете резать, все будет сразу внутри этого судка. Очень рекомендую терку для корейской морковки Рока. Она тоже устанавливается на судок. Изумительно! Расстояние между ножами 1,8 мм. Ну и я не живу без этой овощечистки. Вот такой у меня профи must have.